Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 9 божественных ночей. Время сотворения счастливой судьбы. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Ведический праздник, который продлится со 2 по 10 апреля, отмечается ежегодно. В первый день лунного месяца Чайтра и длится на протяжении 9 суток. Чествуют Божественную Мать дважды в год, весной и осенью. Не пропустите это важнейшее время, называемое Наваратри, поскольку оно имеет огромное значение в жизни людей и дарит положительную женскую энергетику, благословленную богиней. 9 весенних ночей судьбы. Также это магическое время называют 9 ночей богини. Пока длится фестиваль Наваратри, представительницы прекрасного пола получают возможность получить благословение, дарование. В этот период смываются грехи и происходит прощение. Эти дни крайне важны, поскольку в этот период Вселенная меняет вашу судьбу. Эти магические дни отмечаются в строго определенные дни, приуроченные к началу лунного месяца. Но существует поверье, что именно в этот период, что каждый человек может получить дары Вселенной. Это время очищает карму. В первую очередь это касается представительниц прекрасной половины человечества. За время, за этот период, женщина получает возможность обрести настоящее счастье. И этот период разделен на 3 равные части, которые даруют определенную награду. Очищение, благополучие и мудрость. Первые 3 суток, они выпадают на 2, 3, 4 апреля. Это время, когда можно победить тьму и одолевшее зло. В эти 3 дня женщины освобождаются от трудностей, причины которых стали обиды, ревность, зависть. Именно этот период наделяет способностью противостоять негативу, учит преодолевать козни врагов и защищать своих близких. Вы получаете возможность избавиться от всего негативного. Именно в эти дни люди устраняют свое невежество, искореняют лень и негативные помыслы. В период со 2 по 4 апреля читайте мантру «Ом Дум Дургая Намаха». Читайте ежедневно, 3 дня подряд. Именно эта мантра поможет защититься от негатива и силы зла. Кроме того, ее сила создаст вокруг вас щит, устраняющий помехи и напасти. А чтобы избавиться от обид, записывайте их каждый вечер на лист бумаги. Напротив каждой отметьте «Благодарю, прощаю и отпускаю». Важно делать это искренне. Закончив писать, сожгите листок. Если вас мучает недуг, либо болезнь сразила близкого человека, просите об исцелении в молитве. Не гневайтесь на заболевание, благодарите за урок, для которого он послан, и попросите раскрыть вам глаза на его причину. Также помолитесь о защите от бед всех близких. Вторые 3 дня, они наступают 5, 6, 7 апреля. Этот период несет людям изобилие и процветание. Именно этот период позволяет раскрыться женской душе, дарует очарование, мягкую красоту, делая дам похожими на хрупкий прекрасный цветок. Этот период также способствует обретению успешности, как материальной, так и духовной, и дарит процветание семьям. Именно в этот период ваша душа будет наполняться светом. Этот период учит состраданию, становиться чище, получать благословение, которое позволяет достичь богатства. В этот период вы должны читать такую мантру «Ом Маха Лакшмайи Нимаха». А если вы не замужняя девушка, то обязательно просите встречу с суженым. Обязательно просите счастливой судьбы своим детям, молитесь об улучшении материального положения ваших близких и дарите подарками старших членов семьи. А чтобы усилить влияние волшебной энергии, принесите в дом белые цвета, а вечером зажигайте свечи. И завершающие, они выпадают на 8, 9 и 10 апреля. Именно в этот период вы можете достичь успеха в любых искусствах. Получаете благословение и завершается процесс изменения судьбы, наделяя вашу жизнь счастьем. Именно в этот период вы получаете мощный заряд внутреннего света, который направляет к духовному просветлению и позволяет справиться с гордыней, эгоизмом и прочими внутренними демонами. Завершающие 3 дня читают такую мантру «Ом Айм Сарасватья Намаха». В эти весенние дни рекомендуется соблюдать пост, то есть отказаться от мяса или рыбы. Также под запретом вредной привычки. Существует традиция именно в этот период угощать всех желающих сладкими лакомствами, приготовленными собственноручно, ну или можно купить.
Их можно раздавать родственникам, друзьям, коллегам. Также благотворно скажется на вашей карме добровольное пожертвование и совершенные подарки. Не участвуйте в ссорах, скандалах и спорах. Избегайте любые размолвки. Тогда в вашей жизни обязательно будет благополучие. Именно в этот период каждый человек получает возможность творить чудеса своей жизни. Достаточно просто проявить любовь, помогать каждому, кто к вам обратится. И пусть этот период принесет вам изобилие. Будьте здоровы и успешны, а эти весенние дни обязательно откроют вам дорогу к счастью.